Всем привет, с вами я, Артем Гагарин, и я рад приветствовать вас на очередной кинопремьере. Сегодня с нашими звездами мы поиграем в одну небольшую игру. Для этого нам понадобится неотъемлемый атрибут всех кинотеатров – попкорн. Задача для наших селебритис очень проста. Значит, набираешь попкорна полон рот. И с таким набитым ртом. И с таким набитым ртом поешь песню, а я ее должен отгадать. Ну что, поехали? Набирай попкорна в рот. Хорош, бесплатно поем. Во-первых. Аж руки дрожат. Давай, 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 давай. И на завтрак, как говорится. Да, 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 да. Вы прям набирай, набирай полный, да, полный, полный. Ты знаешь, какой у меня рот? Я могу набрать вот это что. О, утуху. Можно еще попкорн? А сначала одной ручкой брала, да? А в каком одной? А по бокам был. Еще будет все понятно, мне кажется. Не так. О, уже ничего. Вот оно. А теперь ты поешь песню. Известный хит. А я ее должен угадать. Мало тебе, ты смотри, добавочки он бросит. Давай, поехали. Подожди, вот это, это Потап, стиль собачки, Потап. Давай, ярче, я не понимаю. Сейчас. Так, песня должна быть известной. Это гимн Марокко, как ты можешь... Мне кажется, давай, так ты просто тупо жрешь попкорн. Ну, на самом деле, да. Поехали. Знаешь, мне всегда в этой песне слышалось: ты признайся мені, звідки в тебе ці чари. Чари. Боже, да. я так і співала. Вот, вот с твоим попкорном мне так и послышал. Ага, то есть я понял, человек пришел это, на... Фамилия этого человека созвучна, когда вот майонез падает там. Ляпс. Да. Серые будни. А, лихие, серые, ярко, волка. Волка. Ты сейчас был, знаешь, такого похожа? Спой еще раз ярко. Ярко. Знаете, был один наш персонаж, который долго-долго думал, а потом сказал... Ёлка. Практически ярко. Можно сказать вот просто с таким жутом, смотрите, чисто ньюс. Ага, смотрите, чисто ньюс, ребята. Че-че-че. Чисто ньюс. До встречи. До следующей недели. Пока.